Друзья, всем привет! Сегодня будем делать полезную самоделку, которая пригодится в гараже, в мастерской, в походе, на рыбалке, а также просто на всякий случай. Присаживайтесь поудобнее, предлагаю посмотреть процесс изготовления. В конце видео дам полезные комментарии. Погнали!
Друзья, а получилась вот такая удобная переносная заправляемая спиртовая горелка, с помощью которой можно продолжительное время готовить еду или обогреваться в палатке, например, на рыбалке. В качестве топлива не обязательно использовать питьевой спирт, а можно использовать, например, голову от самогона. Кто знает, о чем я, те поймут. Основанием служит профильная труба 20х40, по углам которой просверлены отверстия и вставлены болты М6, которые и служат как основанием, так и подставкой для посуды. Затушить горелку просто, достаточно накрыть ее каким-то предметом. Я вырезал вот такое донышко от банки 0,5. Друзья, если вам понравилась идея, то ставьте лайки, а в комментариях напишите, годная идея или нет. Те, кто еще не подписан на канал, обязательно подписывайтесь и жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые и полезные видео. Всем спасибо за просмотр и пока-пока!